В течение 2 лет решался вопрос о благоустройстве двора у дома номер 12 по проспекту Ленинского комсомола. И, наконец, работы не просто начались, уже видны определенные результаты. Новые асфальтовые дорожки к близлежащему детскому саду и школе проложены. Газоны с ограждениями, а в последующем высадка деревьев на месте срубленных старых – все это обновит и украсит двор. Будет устроено более 1100 квадратных метров для парковочных карманов автомобилистов. Там встанут более 50 автомобилей. Значит, также устроена новая пешеходная дорожка вдоль дома. Свежий асфальт, тротуарные дорожки, подходы к подъездам и просторные площадки для автомобилей. Всего этого так не хватало жителям дома номер 24 по проспекту Ленинского комсомола. Теперь, кажется, и двор стал больше. Но работы еще не окончены. Остается установка ограждений тротуара из столбиков. Новый подход в этом году. Значит, соответственно, мы газонное сделаем оформление. Обратить наше внимание на соседний двор помогла жительница дома номер 21 Татьяна Васильевна. Нам сейчас поставили на тротуаре около дома 21/2 по Советской улице заграждение от наезда машин. Это очень хорошо, мы рады этому. Но у нас теперь беда случилась, что на газоны стали ставить машины. Огородить у дома участки с газоном – просьба не только нашей собеседницы, но и жителей всего 21-го дома, в мечтах которых видеть свой двор красивым и уютным. Татьяна Голубченкова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.